Воздух в Красноярске стал чище. Об этом заявил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. По программе «Чистый воздух» он подвел предварительные итоги исследования качества атмосферы в городе с января по ноябрь. По его данным, удельный вес примесей снизился с 4 до 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Превышение фиксировали по 10 загрязняющим веществам – оксид и диоксид азота, бензопирен, взвешенные частицы и так далее. Но они были ниже, чем в 2020-м. В Москве же совсем другие данные. Зампред правительства страны Виктория Абрамченко накануне отчитывалась перед президентом по той же программе «Чистый воздух» и записала Красноярск в число городов, где за год выбросы снизились меньше, чем на 1%.